Всем привет! Это видео о нашем семейном отпуске в Белеке, в Турции. Отдыхать мы сюда приехали с маленькой дочкой, и для нее здесь было очень много развлечений, которые вы сможете увидеть в этом ролике. А начну я его с небольшого обзора. Все ухоженное, красивое, постриженное. Опять знакомые туристы. Ну, поэтому лезем на лифте. Первый день, первый вечер на море, первый спуск. Температура немного, чуть-чуть выше, наверное, чем на камере у нас где-то была. Но в целом, привыкается комфортно. Единственное, спуск, конечно, берег, на берегу такой низкий, и ходить очень удобно, особенно когда волны высокие. Песок вообще как на камере прям у нас. Речной, да. Гульнара уже начала отбивать оплаченные деньги. Ну не зря ж приехали. Второй стакан уже, ну один в один просто всаживаю. Ну да, давай, это один твой. Не дискредитируй меня. Куда, Ренат, пойдем сейчас? Бассейн. Пошли. Там шоколад. В барах всегда очередь. Все, кто не смог дойти до здания отеля, могут перекусить здесь. Сейчас уже конец сезона, не вся линия работает. А в сезон вон все вот здесь вот на гриле готовят мясо, рыбу. Бывало очень вкусно. Сейчас эта зона работает по режиму а-ля карт. А здесь была сцена шикарная. Прошлый приезд. Приезжал знаменитый турецкий диджей. Мы здесь тусили. И было весело. Эта сцена уже разобрана, и сезон закончился. В целом все равно неплохо. Погода радует. Море теплое. Иногда, правда, волны. Но это наоборот добавляет веселье. Так, там, возможно, приехал трактор. А я тут хожу. Что-то ехать до отеля. Либо он еще не приезжал, либо он уже уехал. Все, не было еще трактора? Ну, все, сидим, ждем на остановочке. Шаттл-бас.
отеля. И, конечно, можно и пешком пройти. Но наш ребеночек не хочет напрягаться. И здесь какая-то речка вонючка. Корабль. А вон и шаттл-бас заруливает. Забавный перевод. Отвечает точки. Да, так перевели место сбора. Качели разное снаряжение для активного отдыха детей. Там же, по-моему, детская комната. Бассейн уже закрыт, время вечернее, но на площадке можно спокойно играть. Проходит ночное шоу, мини-диско и прочие представления. Это основной бассейн. Есть свои горки. Работают они ограниченное количество времени в день. Поменьше детские. Оказывается, ехать. Они все... Брал, я не вижу.
Неплохо, только надо было на спине ехать, оказывается. В шортах все затормозили. Попробуем еще разокчик. А. Ну что, поехали. Я хорошо вылетел? Нет, смешно вылетел. Смешно? Да. Довольно-таки неплохо. Ну, теперь надо на ту сходить. Волшебный пендель. Смываемся в канализацию. Опа, опа, опа! Скорее убраться отсюда. Кайф. Okay. Арендовать на целый день. Это уже здание соседнего отеля. А здесь под крышей бар у бассейна. Довольно-таки разнообразная еда здесь. Вкусная. Время обеда подходит к концу, уже, наверное, все разобрали. Мясо. Бутерброд делают. Очень все как везде. Ну и бар, где разливают все напитки. Вообще есть такие барменши, которые подвозят напиточки прямо на роликах. Мы обошли весь бассейн. Здесь можно взять кальян, посидеть, покурить. Thank you.
вид на горке. Довольно большой комплекс. Народу там много. Интересно. И нашли самое лучшее место, чтобы меня подождать. Здесь же есть такие вот аттракционы. Вечером они все начинают работать. Светятся, играет музыка. Но на этих аттракционах уже за дополнительную плату можно прокатиться. Есть электромашинки, горки, карусельки. А вот в этом вот одноэтажном здании просто очень много игровых автоматов. В принципе, можно и детям поиграть. Взрослым есть, куда руки приложить. Сейчас, наверное, закрыто. Горка. Основное здание вот здесь ресепшн, а там дальше цветные корпуса живые с комнатами. А здесь у нас спинной бар. Мы его не нашли.
там нет. Прямо один в один.